С 26 по 28 октября в Ленинске-Кузнецком прошел ежегодный муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года». В этом году за звание лучшего дошкольного работника боролись 3 педагога из детских садов номер 1, 2 и 22. Конкурс состоялся из заочного и очного этапа. В соревнованиях офлайн педагоги представили свою педагогическую находку, провели мастер-класс со взрослыми, приняли участие в педагогических дебатах. На заключительном этапе воспитатели детских садов провели занятия с дошкольниками, путешествия по профессиям, как нарисовать картину цифрами и театрализованная деятельность в развитии дошкольников с речевыми нарушениями. Оценивали участников представители детского жюри, начальник управления образования Татьяна Евстифеева и специалист управления образования Ленинска-Кузнецкого. Жюри уже подвели итоги муниципального этапа областного конкурса, но объявят победителя на торжественном мероприятии, которое состоится в середине декабря. Победитель представит Ленинск-Кузнецкий на областном этапе конкурса «Воспитатель года-2023».